It's a lynch thing. Добрый день, гости нашего замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Ру Флорида. Привет. И с вами сегодня... Привет, Юль. И с вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор во Флориде. Друзья, у нас сегодня замечательное событие. Мы будем вместе с вами делать финальную проходку по дому, который я закрываю с моим покупателем, с нашим покупателем, с нашим подписчиком. Закрываю в четверг. Хотя финальная проходка по дому будет сделана еще раз в четверг утром, перед тем, как мы поедем в титульную компанию, я очень советую делать это буквально за час до того, как мы с покупателем едем в титульную подписывать документы на владение дома, потому что, ну, например, за ночь может много чего измениться. Да. За ночь могут холодильник вынести, хозяева из дома, понимаете? Ребята, у меня было столько... странных историй, когда мы приходили, например, там в день подписи, а гараж захламлен мебелью старой, это не выброшено, нам приходилось спорить с продавцами, агентам продавцов приходилось платить за вывоз, я не знаю, там какие-то деньги. Было очень много всяких историй, и находилось в доме находили очень часто какие-то, ну, неприятности, которые не хотелось бы видеть в день закрытия. Да, день закрытия — это праздник. Я обожаю дни закрытия, поэтому за два дня до нашего дня закрытия я приехала сюда. До того, как я приведу сюда снова покупателя, последний день, я сама делаю проходку, у меня уже есть замечания, которые я адресую за два дня до закрытия, лучше это сделать. Я вам укажу на замечания, которые мне сейчас не нравятся, но они уже будут исправлены. Я уже связалась с агентом, сказала все, что им нужно исправить за эти два дня. Все будет сделано. Давайте я вам быстро расскажу историю моих покупателей. Покупатели переезжают сюда из Техаса. Они уже купили несколько инвестиций, которые сдают под Airbnb. Они сами ведут этот бизнес. И теперь... Птичка, да? Красиво. И теперь они сами захотели переехать в Орландо. Им очень нравится этот город. Дом этот находится в городе Виндермир. Это фешенебельный пригород Орландо. Конечно, кто живет в Орландо, знает этот город. Здесь замечательные школы, находятся на юго-западе от даунтаун Орландо, шикарная инфраструктура, шикарный комьюнити, в комьюнити есть бассейн, теннисные корты, баскетбольные площадки и даже несколько выходов. Здесь вокруг комьюнити три озера, и в каждое озеро есть пирс, можно на каяках плавать, да, можно рыбу половить, то есть это тоже очень красиво, там встретить закат на этом пирсе на озеро. Да, мы это все вам покажем. Давайте обсудим еще вот историю, как это все началось. Сначала мои любимые покупатели, наши с Юлей любимые покупатели, у них была критерия в нескольких районах Орландо. Эти районы были или Овидо, или Лейк-Нона, очень нравится им Лейк-Нона, или Виндермир, или Винтергарден. Винтергарден – граничащий город с Виндермир. То есть эти достаточно фешенебельные четыре района, которые были на их листе по критериям. В дальнейшем стали думать о том, что им нужно быть ближе к их Airbnb property, да, Airbnb домам. В дальнейшем ушли те районы с нашего списка, которые Овидо на севере Орландо и Лейк-Нона, потому что оттуда достаточно долго ехать до их Airbnb бизнеса. Да. И на их листе остались Виндергарден и Виндермир. То есть отсюда как бы у них достаточно хорошие и локации находятся буквально на севере от Кисими.
И логистика тоже, то есть есть несколько скоростных дорог, можно и через Дисней туда ехать, и по скоростной дороге. В общем, по локации это было более выгодно, более удобно, чтобы они могли жить, работать и плюс еще вести сами лично свой бизнес Airbnb в Кисиме. Что у нас еще были такие критерии, должен был быть гараж на 3 машины, бассейн желательно, но когда мы стали смотреть, что есть на рынке, и понятно, что дом с бассейном стоит обычно 1100 выше, чем дом без бассейна, гараж на 3 машины, это еще плюс 1030-40 идет к дому, да, я как не смотрю, дом 2 гаража, такая цена, третье как бы место, машина место, сразу 1030 дороже. И еще очень важный фактор был, нужно было 3 санузла. И это, честно говоря, ребята, я не знаю, почему строили очень часто 4 спальни, 2 санузла. И как бы вот этих домов очень-очень много построено. Чтобы найти 4-3, это реально нужно просто сидеть и ловить на рынке такие дома. И опять-таки даже один санузел, он тоже будет дороже стоить, чем... Один лишний санузел будет дороже стоить, чем, естественно, дом с 2 санузлами, да. Вот, в общем, я считаю, что мы нашли очень хороший дил на рынке с покупателями. Я обсуждаю, говорю, ребята, вы уверены, вы не жалеете? Они говорят, боже мой, мы даже не представляли, что мы сможем найти такой дом за такую цену и в Виндермир, потому что здесь очень высокий прайс. And как бы очень высокие цены на дома, и нам пришлось отказаться от одного машиноместа, что они очень хотели, это вид на озеро, мы это получили. В общем, мы получили практически все, что ребята хотели, кроме бассейна и одного машиноместа. Хотели они одноэтажный дом, вот получился одноэтажный. В доме 4 спальни, 3 санузла, 2350 квадратных фит. Да, это примерно 220 квадратных метров. 2007 года постройка дом. Кстати, крыша здесь достаточно новая, ей всего 4 года. Это тоже огромный плюсик к этому дому. И цена покупки 595 тысяч. Кстати, от банка оценка пришла на этот дом. И эта оценка была выше нашей покупки. Цена была выше. И это очень здорово, потому что получается, мы покупаем дом по цене ниже рыночной. Вот, давайте начнем. Прежде чем мы зайдем, покажем вам дом. Да. Я хотела бы сразу сделать замечание: неухоженный газон. И я уже обратила внимание в сторону продавца, они завтра стригут газон, они наняли газонокосильщика, продавец очень старая бабушка, ей там 84-85 лет, живет в Нью-Йорке. То есть всем этим занимается ее представитель, ее риэлтор. Я уже адресовала эту проблему, завтра будет все подстрижено. И видите, опять хорошо, что мы это увидели не за час до подписи документов, у меня есть 2 дня, чтобы я убедилась, что они устранят и будет красиво подстрижен газон. Вот. Также я сюда приезжала сразу после урагана Милтон. Мне нужно было проверить, что дом стоит на месте, никаких damage нет. Здесь, кстати, были улетевшие, вот они вот там вот лежат. Крышу немножко потрепало. А, черепички, да. Да, это шинглс, да, слетели. Неважно, какого года крыша отличная была, просто ветер. Честно говоря, ветер так задел Виндермир и Винтергарден и потрепал чуть-чуть, вот буквально вот два таких шингла, как называется. Вот они упали с крыши. Я сразу это адресовала в стране продавца, они вызвали руфера, крышников, и они все это устранили. То есть у нас пришел апрейзл, и у нас уже крыша была в порядке, как будто и не было урагана. Причем эти шинглсы висели вот в том кусту.
Летели они с той стороны дома. Обалдеть. Вот. Так вообще повреждений после урагана здесь не было. Слава богу, Орландо у нас достаточно так, ну, сейф, да, то есть безопасно. Да, в серединке находится. Да, находится в середине штата, и до нас ураганы доходят уже не сильные. Это просто штормовой дом, ой, дом, дождь. Извините, штормовой дождь ветер. И ветер сильный, да. Ну, было так, конечно, сильнее, чем обычно, но у нас не было затоплений, не было каких-то больших повреждений, дома не складывались, то есть такого у нас ничего Хотя не происходило. Хотя он прошел прям... Он прошел прямо через Орландо, через но Орландо. Он уже был ослабленный. И уже не было той воды, которую он подтягивает Что в танке было. Или с океана, или с Мексиканского залива из-за этих потопов. Да, у нас было большое количество осадков, конечно, но как бы дренажная система городов работала, и это уходило. При урагане я еще заметила, я не знаю, каким образом вот эта вот была снесена, она лежала здесь, они ее уже зафиксировали. Вот, ну, в принципе, здесь не было каких-то больших веток, ничего этого не лежало. Деревья вот, не упали. Деревья не упали. Вот это им нужно будет все почистить, все вот эти вот листики, это завтра будет сервис. И сейчас буквально через час приходит профессиональная уборка дома. Они нам уберут дом. Он хорошо. И так, в принципе, чистый, но они должны убрать его буквально перед продажей. Вот, потому что уже пыль налетела, дверь открывается туда-сюда. Обрати внимание, какая высоченная дверь. Да, дверь высокая. Высокий потолок. Да. Вот этим привлек красивый. Нас очень дом, потолок очень высокий. А, знаете, я не сказала, что размер участка 0,21 акра. Тоже хорошо. Это хороший участок, да, и еще и вид на озеро, не на соседа, это просто замечательно, и ассоциация $390 в месяц. Сюда входит recreation, все эти бассейны, клабхаус, теннисные корты. Вот, давайте пройдем, наверное, сначала посмотрим все, что у нас идет от входной двери. Так. Здесь у нас сразу две небольшие спальни. Одна из них будет детская, другая гостевая. Не знаю, здесь карта дочка, у нас. Дочка, какую именно выберет для себя. Да, вот тут осталась одежда, ее нужно будет, собственно говоря, да, кстати, вот это вести. Здесь осталась одежда еще в хозяйской гардеробной. Нам эта одежда не нужна, я тоже это адресую той стране, чтобы они это сегодня вывезли. Сегодня-завтра. На полу здесь плитка. Здесь плитка. Ребята обычно будут делать ремонт сами. Дом в отличном состоянии для того, чтобы заехать и уже со временем делать ремонт. Им нужно было сюда заезжать просто, как мы говорим, ASAP. Просто вот скоро. Им необходимы были местные школы для их ребенка. И те школы, где они сейчас временно проживают, их там совсем не устраивало. Дочка отказывалась туда ходить. А здесь хорошая школа. Здесь школа Виндермира, здесь одни из самого высокого рейтинга в Центральной Флориде. То есть они это всегда смогут. У них большие планы по поводу этого дома. У мужа золотые руки, так сказать, он сам делает ремонт, у него большой опыт, и они потихонечку будут перекладывать полы, будут менять. Что еще хотят поменять? Буквально все. Я буду ходить по комнатам, говорить какие-то их идеи. Я вот эти бы не меняла, Кевин, потому что они хорошие, не знаю, если им, конечно, цвет не нравится, например, да, вот. А так-то они сейчас... деревянные. Они деревянные и как бы достаточно современные. Это не такие кабинеты, которые приходили. Мне кажется, они даже не оригинал. Мне кажется, уже было когда-то поменено. Но по крайней мере они в хорошем состоянии. Вот эту дверь устанавливали уже когда мы были под контрактом, да, здесь еще никто не пользовался вот такой вот нормальной ванной. Ну, кстати, вот что мне нравится, унитазы хоть нормальные человеческие, а не маленькие, как бывает. Может быть, тоже замененные, кстати говоря. Ну, возможно, я не знаю, был здесь когда-то ремонт или нет. Ковролин, кстати, тоже достаточно свежий. Да. Я думаю, что здесь был когда-то сделан несколько лет назад такой полный ремонт. И мне кажется, стены такие более-менее свеженькие. Стены красили перед вот этой продажей. Ага, да. То есть вот эти комнаты, они небольшие.
Зато гостиная большая. Так, сейчас посмотрим вид. Вот. Это стандартный флоридский дом, где небольшие гостевые спальни, но большая гостиная, кухня, открытая планировка. Это мы сейчас все посмотрим. А, давай в гараж заглянем. Да, здесь у нас следующий по нашему маршруту будет гараж. Так. С гаражом у нас были проблемы. Хороший. Тоже мне сейчас надо посмотреть, что все здесь хорошо. Знаете, история была такова, что в гараже стояла машина, которая была закрыта, заперта, ага. И у которой умер аккумулятор. И это был какой-то кошмар, честно говоря. 3 недели бабушка, которая в Нью-Йорке продавец живет, она и понятия не имела, где ключи. Давай пройдем. Там просто здесь эхо. Понятия не имела, где эти ключи. Она 2 недели их искала, потом 2 недели, мне кажется, они шли, ну неделю шли по почте. Нам необходим был доступ на чердак, а машина закрывала этот доступ для инспекции. Мне пришлось перенести вот этот момент инспекции чердака, сделать экстеншн, там, не знаю, на 2 недели, по-моему, делал, на 10 дней, потому что нам обязательно нужно было туда, и через машину никак. Вот, и ее было не вытолкать из гаража, потому что она, в принципе, заперта, и надо было ее как-то на нейтралку, что ли, ставить. Это был ужас. У нас еще оценщик от банка должен был приходить, они тоже заглядывают на чердак. В общем, нам эту машину нужно было из этого гаража куда-то девать, и срочно. Машина была шикарная, машина достаточно новая. Может, она в комплекте шла? SUV. Мои покупатели так надеялись. Я даже предложила продавцу, да вы, ладно, мы закроем глаза на чердак, не будем его смотреть, только оставляйте нам машину. Нет, она отдала сыну каких-то знакомых, и все, он не мог ее отсюда выгнать. Спасибо огромное моему знакомому Вадику. Вот, которого я очень попросила, он профессионально работает в бизнесе эвакуаторы машин, и он знает, как оживлять закрытые машины, мертвые машины. Вот он подъехал, ее смог открыть и выгнал на драйвей, у нас был доступ к чердаку. То есть у вас прям, смотри, full сервис. У нас, да, у нас да, были истории с этим домом, и ураган прошел, и с этой машиной мы долго боролись, но все замечательно. Вот здесь такое огромное помещение. Да, скажи, что здесь будет? И здесь будет у них столовая. Так, столовая. Столовая. Вот здесь будет. А из здесь? Этого помещения, это как я называю, никто не знает, что с ним делать. Да. Но для моих ребят это помещение было одним из решающих, почему они хотели купить этот дом. Им нужно 2 офиса в доме. И они сделают из этого помещения, они поставят перегородки, и здесь будет хороший светлый офис. Офис. И еще из одной спальни офис, да? И еще есть одна спальня, да, они сделают, им нужно 2 офиса. Они оба работают из дома, и вот из этого помещения они как раз делают хороший, светлый, большой офис. И также, в принципе, всегда можно сюда поставить диван раскладной, если какие-то гости. Да. Они могут останавливаться здесь. Отлично. Они поставят стенку, двери, то есть здесь будут барные двери, наверное, будут, они уже это обсуждали. Так, проходим дальше, потолок высокий по всему дому. Точечное освещение, это тоже было добавлено, да, потому что в 2007 году чаще всего они не ставились, они добавлялись позже. Да. Вот такая большая просторная гостиная. Да, просторная, и кухня большая. И мне, знаешь, что нравится? Очень часто гостиные я встречаю, они так располагаются, такая планировка, что диван стоит, мешая проходу на задний двор. А здесь вот здесь, будет? Да, здесь вот здесь, вот, пожалуйста. Да. То есть не будет ничего стоять по пути к заднему здесь двору. И здесь столик обеденный будет, правильно? Здесь можно для завтрака, да, breakfast nook они называются, вот такое большое окно. Да, красивое, большое. Я его не открыла. И кухня большая. Кухня очень большая, мне тоже очень нравится. Вот здесь я бы не переделывала кабинеты. Я бы их или не переделывала. Или перекрасила, если это тренд где-то был в 2015, 2016, 2017, ну да, 2017, может быть, года. Именно вот этот цвет. Потом
тренд перешел на белые, там, светло-серые, понимаешь. Ну... Но это неплохой цвет, это не вот как бывает такой оранжевый, такой неприятный. Но ребята вот сказали, что цвет. Они сами знают, как это перекрасить. Естественно, это не будет кисточка, да. Они делают это, можно сказать, почти профессионально. Скорее всего, они будут перекрашивать, но они не будут менять сами кабинеты, потому что они очень классные, да, они высокие. И, а внутри извините, они кухня чистые. Все-таки стоит дорого сейчас заказать? Извините, кухня дорого. Меня, особенно да. Такую большую, посмотрите. Ой, здесь какая. Даже, кстати, вот это я... О, посуда. Интересно, да. Интересно, это все-таки нужно... идет в комплект или нет, да, надо спросить. Я, кстати, спрошу у покупателя, да. Может быть, они хотят... Не, хотя вряд ли, у них пришел целый контейнер из Техаса, ага. У них своего добра полно. В общем, сейчас мы всю эту проходочку сделаем, мы не будем вас загружать просмотров всех клозетов на наличие замечаний. Холодильник хороший, да, такая не старая техника, что мне очень нравится и ребятам понравилось. Газовая. Здесь натуральный газ, да, газовая плита. Угу. Здесь даже есть посерединке, это для, монгольского барбекю. А-а-а. Ну, можно, да, гриль какой-то делать, прикольно. Стейк можно делать, яичницу утром. Это очень классная вещь. Угу. Посерединке здесь хорошая плита. И здорово, что натуральный газ. Да. И вот стиралка-сушилка, да, тоже стиральная, входит? Сушильная, да, стиралка-сушилка остается. Вот тут столик такой, смотри. Кстати, да? Вот чаще всего стиралка-сушилка тоже является причиной, почему я приезжаю в дома проверить до дня закрытия. Иногда продавцы, они такие, ой, я забыл, что у нас в контракте там, знаешь. Да-да-да, и унесли. Ага, приходишь, у меня были такие случаи, приходишь, а нет стиралки-сушилка. Я такая, как я не поняла, быть, я да? в контракте писала, что они должны быть, и продавец подписал. Нет, да? А то ли агент тут не так понял, в общем, то ли они не заметили. А продавец сказал, да нет, я агенту говорил, что я это не оставляю. Говорю, ребята, мы покупаем дом. Со стиралкой да. и сушилкой, извините, говорю. В обратном случае у нас была бы другая цена в нашем предложении. Конечно. Я тогда помню, что продавцу пришлось купить. Ага. Ну, потому что это, извините, купить, около да. $2000 может конечно, доходить. Конечно. Ну, хорошая извините такая, меня. Постирочная, не буду да. заходить. А вот смотри, здесь и пентри получается. Ну, как да, здесь пентри да? есть. И вот смотри, тоже что-то оставили. Вообще ребята говорили, что возможно передвинуть стиральную сушильную машинку к этой стороне, а здесь сделать большую пентри. Уже, да, или так. Она и так, в принципе, ну, просторная, подумаем, но они могут сделать ее еще больше. Так, проходим. Мне нравится, что кухня открытая планировка, потому что часто, да, такого года, 2007-го, делают да, не такие. Да, нет, открытая планировка тоже мне нравится, и очень красивый вид. Да. И с кухней, и с гостиной. Давайте пока заглянем, но это мы оставим на десерт. Да, ну вид, конечно, шикарный. На озеро, естественное. У соседей вот там покажем бассейн. Да, классно. А стены все равно ребята будут освежать. Угу. Здесь они не все стены покрасили, но это окей. Здесь висели просто еще картинки, они их сняли. На месте картины остались гвоздики. Это на самом деле все равно цвет стен ну, не очень. Ну, да. Вот. Из этой комнаты будет офис. Один из офисов они будут делать. Так, так, так. Ну, здесь все, это как спальня, потому что... Ну, это как спальня, да, конечно, это четвертая Пойдем. Спальня, это третий санузел. Так, третий. Тоже... Стеклянные двери были установлены уже, когда мы были под контрактом. Так, здесь мы не включили свет. Ну, да, ладно. Нормально. Видно, видно да, видно, хорошо, да. забыли включить свет. Вот это... Два окна. Мастер-бедрум, хозяйская спальня. Ну, вот она большая. Большая, хорошая, да, хорошего нормальная. Размера. Угу. Хорошего размера спальня. Ковролин, это все будет меняться. И шикарная просто ванная комната. Боже мой, как мне нравится вот это вот угловое посмотри окно, вот это, да? Посмотри на этот вау, вид. Вау, здесь красиво. Вот, можно озеро смотреть, купаться. Причем, в принципе, можно, когда принимаешь ванну или душ, на соседей можно посмотреть. Нет, вот это окно закрывается, а здесь уже полная privacy. Здесь только если аллигаторы будут смотреть на вас. Здесь можно оставить.
Классно, вот открытым. Здесь тоже две раковины, получается, да? Получается, отдельные. Да, классно. Две раковины, большая душевая кабина. Естественно, они будут в последующем менять... Вот этот фрейм. Да, менять фрейм. Не знаю, плитку оставить или нет. Хотя он чистый, хороший, да? Мне кажется, его не так давно и сменили. Ты знаешь, честно говоря, сейчас уже это просто не в тренде, это устаревшее, где есть рамка. Да. Сейчас все ставится фреймлесс. Да-да-да. Я знаю, что это прослужит еще пару лет. Много лет. Пусть ребята зарабатывают больше денег, они согласна. Будут постепенно менять то, что они будут... считать первой необходимостью, второй необходимостью. Кстати, они обещали нам показать этот дом уже после ремонта. О, классно. Ну, я не знаю, сколько лет на это уйдет. Да, ремонт можно только начать, вы знаете. Так, давайте заглянем туда. Так, все. Ну, естественно, вот эти душевые, они должны поменяться. Это старый стиль. Ага. Несъемный даже вот душ. Это в хорошем состоянии, смотри, оно вообще не поршорканное, даже можно жить какое-то время. Ну да, это не гранит, это не какой-то камень, это пластик, но в хорошем состоянии. Но он как новый, честно говоря. Ты знаешь, низко. Как будто. Низко. Вот это менять надо, да, согласна. А почему такие стандарты были, да, странные? Вот сейчас другие стандарты. Слушай, а ты когда-то заходила в музеи старые? А там еще 1800 да? какого-нибудь года. Может, люди мельче были? Люди были мельче. Посмотришь на эти кровати и думаешь, у меня бы уже там, я не знаю, уже дети туда не вмещаются. Не говори. Люди растут. Так, а мы, погоди, еще не показали. Вот здесь, значит, полочки у нас есть. И отдельно туалет закрывается. Туалет закрывается, да, это очень хороший плюсик. Угу. Так, что мы еще? Здесь у нас в гардеробной остались тоже вещи продавца. Вот. Это должно быть картину. Убрано. Вообще все такое новенькое. Даже полочки, я смотрю, новые. Вот вообще. Я хочу сказать, что продавец новый. Использовал, они использовали этот дом как vacation house. Они приезжали из Нью-Йорка зимой, то есть они жили часть какое-то времени в Нью-Йорке, и часть времени зимой они жили во Флориде. И поэтому то есть они, да, аккуратно очень жили, это старенькая пара была. Да. Уже без детей, никто особо ничего здесь не пошивкал, не попортил. Большие раздвижные двери. Так. Как всегда. Как всегда. Замки. Опа! Ну, вот раздвигается, такую... свободно. Да. Раздвигается свободно. Так. Это все будет приведено в порядок. Угу. Здесь вот ребята соседи. Планируют поставить бассейн. Двор достаточно большой. Да, большой, хороший. Вот это дерево придется, конечно, его это дерево придется убирать. Бассейн. Жалко, конечно. Но... Да, жалко, но с другой стороны, вот когда ураган, оно представляет угрозу для крыши. Это вот ты правда. Права, да. Поэтому лучше бассейн поставить. Вот у соседей вот такой очень красивый мило. Вид. Да, у соседей практически у всех есть бассейны, кроме нескольких. Да. Да, да, да. Ну и, честно говоря, вот... честно сказать, вот чем вот такой вот бассейн, как у того соседа. Ну да, это лучше уже, сделать. Этот дом будет уже на 1100 стоить дороже из-за бассейна, но лучше сделать что-то современное, такой, знаешь, прямой формы, красивый, с красивым видом на озеро, уже сделать самим. Здесь согласна. Очень много места подхода, чтобы здесь можно было рыть бассейн. И, кстати, трава далеко не в самом лучшем состоянии, ее все равно нужно менять. Да. И как раз постройка бассейна, она за собой тянет замен газона. Все это можно сделать в один момент. Ну да, заодно. И, кстати, меньше будет травы встречи, если будет здесь. Знаете, что здесь заборы, кстати, можно ставить только вот я прозрачные. Вижу заборы. Да. Прозрачные вот, заборы. Подальше, это заборы правило многих ассоциаций, многих комьюнити, где дома выходят на любое озеро, вот на любую лужу. Вот такие вот. Ну, они красивые, вот такие чугунные мне нравятся очень. Ты знаешь, я не знаю, вот если нет там животных, которых надо выгуливать, или, может быть, там с детьми, то, может быть, и без забора тоже хорошо.
Тебе не нравится? Мне нравятся заборы, причем можно поставить глухой забор по бокам, то есть от соседей отсоединиться, да, визуально сделать прайвеси. Здесь красивый вид, можно, в принципе, да, если нет животных. Ну, кто как хочет, короче. То можно оставить открытым. Но вот такой решетчатый чугунный заборчик, калиточка такая, да, она не портит совсем вид, даже придает, мне кажется, какой-то уют во дворе. Согласна. Да, вообще можно здесь красиво посадить еще вот деревья красивые здесь, чтобы не голое пространство было. Ну, можно сделать конфету из этого двора. Очень. Ребята, я сама покупала дом, у меня не было ничего во дворе, мы это все сделали, и это не конец света. И здесь можно сделать хороший накрытый, они хотят большой сделать скрин, большую сетку над бассейном, и здесь у них будет зона барбекю, где можно было бы посидеть, отдохнуть, стола, то есть они это все собираются сделать, и это придаст стоимость дома, естественно, конечно, в будущем. Вообще дом большой, да? Ну, хороший. Ребята рассчитывают его не скоро продать. Кстати, тоже был очень важный критерий для семьи, чтобы гараж был впереди дома. И я с этим очень даже согласна. Очень много домов во Флориде, я не знаю, почему они опять-таки строят гараж сзади дома и занимает практически весь бэк-ярд. Бывают такие, потом они делают типа сайд-ярд, но они или совсем маленькие, или неудобно. Ну и тогда вида боковые, нет и вида нет. Очень-очень много домов, очень сложно найти, особенно Винтергарден и Винтермир. Вот в эти года строилось очень много домов, где гаражи у вас стоят во дворе, в заднем дворе. То есть у нас это было одно из главных критерий, чтобы гараж был впереди, и чтобы озеро было, вид на озеро сзади. Все ясно. Вот, ну что, сейчас будем писать записки риэлтору, чтобы они починили все, что мы здесь нашли, чтобы я убедилась, что дом будет прибран, можно было заехать и не производить генеральную уборку. Ландскейпинг должен быть ухожен, она уже, в принципе, это знает. Я еще не сказала про личные вещи, которые должны быть убраны, я их сама только что заметила. Сейчас я про них напишу, но я, в принципе, считаю, что дом готов к приему. И у нас в четверг будут счастливые обладатели этого дома. Ура! Так что пожелаем нам удачи. Вот. И спасибо, друзья, что вы с нами, что вы нас смотрите, нам очень приятно. Мы стараемся делать интересные обзоры. Чаще всего эти обзоры из нашей личной жизни, из нашей личной практики, потому что, мне кажется, это более интересно смотреть, чем просто поехать и показать какой-то дом. Но, в принципе, ваши пожелания оставляйте, если у вас есть какие-то ваши критерии, вы собираетесь купить, и хотите посмотреть дома, чтобы мы показали вам дома в том или другом районе, мы, конечно, для вас это сделаем. Так что оставляйте комментарии, ставьте свои лайки. И еще одну вещь хотела сказать. По финансированию в этом доме помогал семье Дэвид. Так что мой муж. Так что если кому-то нужно финансирование, обращайтесь, он молодец, он провел шикарную вообще вот эту сделку, постоянно на связи, всегда был уверен, что все идет по плану, по временным рамкам. В общем, да, финансирование здесь помогал с финансированием Дэвид. Я помогала с домом, и мы сделали счастливую семью. На этом пока. Пока-пока.